Порядка 40 экспонатов, платья и костюмы, куклы Ридикюли, монокль и театральный бинокль представлены в рамках необычной выездной экспозиции музея Брест-Театральный. Новогодние и рождественские праздники – время, когда особенно хочется примерить красивый наряд, подумали организаторы выставки и решили помочь брестчанам окунуться в модный мир 19-го столетия. Может быть, именно эти ансамбли вдохновят кого-то на создание своего необычного новогоднего образа. Хотелось бы просто рассказать людям, какие носили наряды, с чем они отличались одни от других, почему именно появилась такая мода. То есть мода наша не бывает ни с того ни с сего, то есть она с чем-то связана, с каким-то героем или с какой-то личностью, который что-то вносит новое, и получается новая мода в результате. Помощь в проведении выставок директору музея Анне Ковалевой оказывают ученики 12-й школы. Как признаются сами юные экскурсоводы, занятие это очень полезное. Постоянно узнаешь что-то новое и интересное, есть возможность поделиться знаниями с окружающими. Мне очень нравится платье, и мне не было труда рассказать это об этом и узнать им больше. Платье очень красиво, они очень элегантные, и сделала женщину гораздо женственнее. И вообще я их очень люблю рисовать. Особенность выездных выставок музея Брест-Театральный в том, что экспонаты свои они презентуют не только в специально предназначенных для этого залах, но и на иных площадках. Первый выезд нового проекта «Готовимся к новогоднему балу» оказался не слишком далеким. С территории музея образцы одежды и аксессуаров 19 века переехали в один из кабинетов школы. Но, как показывает практика, интерес к подобным выставкам проявляют многие учреждения и организации. А значит, вполне вероятно, что мода 19 века вскоре окажется в гостях у кого-то из вас.